Сегодня 16 августа 2021 года, и я впервые первые свои плюшки сделал по рецепту Владимира Пащенко. Сперва я сделала пару. На литр воды полагается 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку сахара. Вот у нас уже одна подошла, уже надо доставать. Уже пора ее уже. Вот она подрумянилась и стала красивой. Так. Сейчас у нас вот эта вот плюшка идет. А смазать на сковородку надо? Да, надо. Так, вот она. Вот масло, я ее искала. Я масло искала. Так, нормально. Чуть-чуть. До сковородки не прикасаемся. И ножичек берем. Ножичкой делаем несколько надрезиков, чтобы оно не прижималось. Ты что снимаешь? Вот небольшие надрезики по всему. И закрываем крышкой. А тут у вас что кипит? Компот. Компот. Чуть-чуть отодвиньте капельку. Так. Тихо-тихо, не поднимай пара, можешь обожжешься. Обожгешься паром, надо очень аккуратно. Так. Так, что у нас большой? Переворачивайте, сейчас, да? Сейчас проверим, что с ней. Угу. Еще рановато? Или можно? Можно. Нет, нет, только недавно же мы поставили. Ну, можно, можно. Аккуратненько переворачивай. Тихо, тихо, тихо. Не получается. Это большая, тебе не получается перевернуть. Подержи, я переверну. Попробуй. А, нет, еще поджарить. Еще, да, ну, пускай она еще поджаривается. Поэтому она такая мягкая. Мягкая, да? Поджарилась до конца. Поджарится. Все. По две сковородки Максим печет. И сам лепешки сегодня сделал. И сам тесто замесил. А лепешки вкусные? Да, вкусные. Вот это у меня. Уже лепешку попробовать успел. Вот эту. Ну вот отломи, да. Вот покажи всем, как ты. Получились очень вкусные и ароматные, да? Лепешки. Угу. Всем советуешь такие лепешки делать? Да. Только у кого есть русская печь. Да, у кого есть печка русская, делайте такие лепешки. Максим еще сегодня носил дрова. Дядя Володя дал ему задание, и он все дрова переносил. Дровник или как правильно? Дровник. Дровник. Ты хотел бы быть поваром? Нет, да? Тяжело, да? Не тяжело, нет. А это, что? Накрой, блюшечки накрой. Девочка. Нет, повара мужчины все. В ресторанах повара мужчины. На флоте повара мужчины. Так что очень много мужчин, которые... И сам муку вот просеял. Муку просеял. Из муки сделал плюшки. Сейчас будет переворачивать большую сковородку, да? С большой сковородки. Большую, да. Угу. Посмотрим еще раз что-то.
Можно чуть-чуть сковородку на себя подвинуть, тогда тебе легче будет. Самое главное не обжечься. Вот чуть-чуть сковородочку на себя, да, вот так. И тебе легче будет. Вот. Попробуй. Как бы приподнимай ее и бери прихваточкой и переворачивай сам. Переворачивай. Вот так. Молодец. Все у тебя получилось. Теперь накрой и подвинь чуть-чуть сковородку. Чугунная сковородка тяжелая. Вот. Все. У нас осталось вот две шанишки. Ту еще шанишку не будем проверять пока? Ну, давайте проверим. Проверка мальчичения. Ну, только недавно ее положила. Чуть-чуть присмотрит. Пока еще не надо переворачивать? Ну, уже можем, но пусть еще немножечко пускай постоит. Можно уже, но чуть-чуть. Ну, чтобы хорошо прожарилось. Угу. Ну все. Приятно всем аппетита.